Следующий шаг роста. Лики усиливает свою биржу и предложение кошельков. Мы сосредоточимся на создании эффективного алгоритма взаимодействия с пользователем и поддержки, говорится в официальном обращении Лики. По мере консолидации мы модернизируем наше повсеместное присутствие с упором на поддержку наших пользователей, распределение доходов и банковских отношений. При этом изменится структура нашего зарубежного присутствия. Обязательство же Лики по работе с регуляторами остается в его основе. Мы будем продолжать укреплять наши нормативно-правовые условия, в частности добиваться лицензий и устанавливать отношения с банками и финансовыми учреждениями, говорится в сообщении. Лики стремится модернизировать и демократизировать мир финансов, сделав его доступным для обычного человека.